Зрители и подписчики моего канала, как всегда, я супер, и это будет будни. Вон даже хомячочек такой злой стал. Я, блин, клетку сломаю. Ну, хочу, можно сказать. Новые опилки. Все, хомяк. Для видео не убегай. Сейчас даже я включу вспышку. Вон, видите, хомячок. Вон. Уже старенький, бодрянненький. Он, считайте, механик, потому что он... Вот этот кругляшочек, он там копает, спрятывает там орешки, когда я ему дарю, или капусту, или морковку. Вот. И он вот спиной лежа, двумя лапками вот это крутит. То есть вот в этой части, вон, видите? Где уже немножко открыто вот этот. Ну, думаю, поняли. Вот хомяк. Хомячочек. Давайте возьму. Думаю, не откусит палец, что в последнее время кусает палец, когда его держишь, стоп. Давайте я открою его домик. Ой, пищну. Я забоялся аж. Ну, потому что он иногда кусается. Вот видите, он еще одеяло бира. Вот. Тут опилок много, блин. Протащил, чтобы не замерзнуть. Вот. Вот хомячочек. Вообще милый такой. Даже одна опилка у меня в руках. Вот. Уже старенький, бодряденький. Но жив-здоров и цел орел. Давай, качайся. Будешь качаться? Он даже качаться не хочет. Это уже старенький и удаленький. Вот. Прогулочный шар до сих пор сломанный, но, в принципе, бегает. Там мой специальный корм, который я сам сделал. Да и то он его не ест почти. Там гречка. Вон, видите, еще облизывает пальчик. Вон, преданность к хозяину, можно сказать. Вот, видите? Отпусти меня, хозяин, отпусти. Вот. Вообще такой милым стал. И добренький. У меня вообще пальцев нету сахара, ничего нету. Просто вот так, видите? Из-за ничего. Вот. Ну, давайте я его отпущу. Пусть побегает. Вот, там свежие опилки, в принципе, только вчерашние, а уже тут все загрязнел, и это из-за корма. Вот, ну как бы и все. Давайте приближим хомячка. Ну, я даже не знаю еще, что снимать. Хомячка. Ну ладно, думаю, будет какие-то прохождения игр. Ну все, как бы я был с вами супер, всем удачи. Всем пока. И не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк на это, чтобы поддержать меня. Все.